Так, всем стоять. Я следователь по особо важным делам. Он лег спать успешным следователем, а проснулся подсудимым. Климов, хватит орать. Кто тут такие, а? Что происходит? Я что, в тюрьме? И за что же я здесь? Я понял, это очень смешная шутка. Давай, открывай. Вы можете нормально объяснить, что происходит? Тебя обвиняют в убийстве. В каком убийстве? Жены и дочери. Что скрывает его память? Четвертый раз ты память теряешь. Четвертый! Вы настолько боитесь, что все окажется правдой, и не даете своей памяти шанс. И что произошло той ночью на самом деле? За день до того, что случилось, ты говорил, что собираешься кого-то арестовать. Кого-то очень важного. Дмитрий Паламарчук. Вы что-то вспомнили? Эта информация может вам угрожать. «Подсудимый». Премьера с понедельника в 21:40 на НТВ. Алексей Ильич Нестеров, вы задержаны по подозрению в убийстве. Вы ошибаетесь, я Дмитрий Ильич Нестеров, президент этой компании. Мы с братом очень похожи. У нас нет выбора. У меня выбор есть. Послушай, произошел несчастный случай, понимаешь? Несчастный случай. Теперь Дмитрий Нестеров для всех. Это я. Я. Вы что думаете, если притворитесь Дмитрием и избежите наказания, может, уже хватит убийств? Попробуй докажи. Вы кто такие, а? Что происходит? Вы можете нормально объяснить, что происходит? Дверь откройте! Петр Рыков. Это, брат, знаешь, было бы слишком просто. Дмитрий Паламарчук. Скажи, что это неправда. Он еще должен признаться вашим. Убийстве. «Подсудимый». Премьера с понедельника в 21:40 на НТВ. Кто такие, а? Что происходит? Я что, в тюрьме? Вы можете нормально объяснить, за что я здесь? Следователь по особо важным делам Климов. Свяжитесь с полковником Капралом, он все подтвердит. Ты здесь не следак, а сиделец. Вы убили свою жену, дочь, потом избавились. Что ты несешь, а? Он говорит, что ничего не помнит. Это что, амнезия какая-то? Ну, слава богу, я уже стал переживать, как бы ты ни сдох. Это, брат, знаешь, было бы слишком просто. Петр Рыков. Это я! Попробуй докажи. Дмитрий Паламарчук. Неужели я правда это сделал? «Подсудимый». Премьера с понедельника в 21:40 на НТВ.